Слово «дольщики» в России прочно связалось с прилагательным «обманутые». Однако в Ульяновской области этот стереотип активно разрушается. Областное правительство и лично губернатор Сергей Морозов мониторят ситуацию по долевому строительству проблемных объектов. В микрорайоне «Юго-Запад» благодаря выделенным бюджетным средствам и контролю эта работа закипела вновь. Еженедельно контролируем с участием губернатора. Местная власть на сегодняшний день контролирует в ежедневном режиме. Я буквально вчера вот возле 46-го дома собирался с жителями. И контроль он сам себя оправдывает. Мы видим вот сзади 37-й дом. Это он в этом году должен быть сдан в декабре месяце. С левой стороны от меня 46-й дом. За 46-й дом у меня отвечает Корнилов Сергей Владимирович, работник администрации. И за 37-й отвечает Зацепина Мария Сергеевна. Будущие жители домов очень благодарны Сергею Морозову и Сергею Панчину за заботу. Любой разговор с ними начинается и заканчивается словами благодарности в адрес властей. Сергей Иванович Морозов обратил внимание на нашу проблему. Выделили 10 миллионов рублей. Сейчас работы на доме начались, то есть фасад, крышу делаю в данный момент. До конца года еще должны выделить 20 миллионов рублей. Вот. То есть обещали дом сдать 1 июля 2020 года. То есть надеюсь, что через год 135 семей получат свои квартиры. У нас был заключен договор с Западом еще в феврале 2018 год. Устали очень уже ждать, бились общими усилиями с дольщиками. Вот, наконец-то, вроде сейчас пошла стройка, и мы очень сильно надеемся, то, что в этом году мы уже получим все ключи. Квартиру купил в ипотеку в марте 2018 года. Вот, получить по договору должен был в ноябре 2019. Вот, ну, соответственно, стройка прекратилась, вот уже год скоро как будет. Сейчас, слава богу, вот из бюджета выделили деньги на достройку нашего дома. Вот. И как мы видим, стройка активно идет под как бы наблюдением мэрии. На встрече с инициативной группой губернатор Сергей Иванович Морозов дал поручение отыскать из бюджета и выделить денежные средства на достройку домов 31, 37, 46 и 35. Что мы очень благодарны Сергею Ивановичу и его команде за поддержку строительства района. Ситуация с долевым строительством по всей России оставляет желать лучшего. В регионе ситуация начала в корне меняться. А благодарные жители тому показатель. Павел Половов, Артем Куранов, новости Улправды ТВ.